Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем двустволку, вертикалка. Давайте начнем. Берем лист формата А4 в количестве 9 штук. Эту линию на эту линию. Эту линию сюда. Придерживаем вот здесь концы, чтобы не расползались. Обозначим линию. Эту линию сюда. И немного не доходим до нее. Вот чуть-чуть я не дохожу. Наведем линию. Эту линию сюда. И закручиваем. Одна деталь у нас готова. Этот угол к этому углу. Найдем точку. Еще раз то же самое. Проведем линию. С помощью ножниц отрежем. Эту линию сюда. Обозначим линию. Эту линию сюда. Чуть-чуть я не дохожу. Вот капельку не дохожу. Эту линию сюда. И закручиваем. Сделаем то же самое здесь. Эту линию на эту линию. Берем три наших детали. И накручиваем. Достаем две тонких детали, толстая остается. Чтобы вот эта часть была здесь, вставляем сюда. Смотрим, сколько я уже вставил. Отлично. Загибаем. Этот угол, край тоже туда вовнутрь вставляем, чтобы было легче, возьму пинцет.
То же самое делаем с другой стороны. Вставляем, смотрим, чтобы вот эта штука была здесь. Вставляем где-то вот настолько. Деталь наша готова. Берем три листа. Эту линию на эту линию. Тут надо аккуратно придерживать, чтобы бумага не смещалась. Обозначим линию. Эту линию на эту линию, и надо не доходить до линии так прилично. Точно так же делаем с этой стороны, эту линию сюда, и тоже не доходим. По этой линии загибаем сюда. Переворачиваем. Эти треугольники закладываем. Эту линию на эту линию. Потихоньку бумага будет сопротивляться. Ну, потихоньку все будет нормально. Здесь делаем то же самое. Эту линию сюда. По этой линии ориентируемся, загибаем треугольники. Здесь придерживаем, чтобы они не расползались. Вот таким образом. Это делаем то же самое. Треугольник придерживаем и сюда наверх закидываем. Складываем по этой линии. За счет того, что мы не доходили до края, он здесь легко складывается. Подравниваем. И вот этот треугольник мы закладываем сюда в карман.
это у нас приклад будет, деталь готова. Эту линию сюда. Эту линию сюда. Обозначим линию. Эту линию сюда. И не доходим немножко. Вот здесь чуть-чуть не дохожу. Эту линию сюда. Здесь не доходим. Эту линию сюда. Эту линию сюда. Пополам. Эту линию сюда. Отступаем приблизительно миллиметров 13. Смотрим, у нас здесь раздвоено, значит, мы берем и вот эту часть, где не раздвоено, и закладываем на эту, эти две линии, точки. Заднюю часть точно так же загибаем. Отступаем сантиметр. И от этой точки до этой точки у нас будет линия загиба. Загибаем. Точно так же делаем с другой стороны. Эту линию на эту линию. Эту линию наверх. Эту линию к центру. Немножко не доходим. Это чуть-чуть не дохожу. Эту линию к центру. И закручиваем.
этот угол на этот угол. Находим точку. Этот угол точно так же. Этот угол сюда. Этот угол к центру. Эту линию наверх. Наведем линию. Эту линию к центру. Эту линию к центру. И закручиваем. Вот эта часть у нас будет наружная, значит, мы сразу обозначим. Вот эти части закладываем сюда. С другой стороны точно так же. Это у нас здесь курок будет. Просовываем вот сюда и немножко в сторону. Вот так. И здесь у нас получается такая как защелка. Она уже не выскочит.
соединяем две части. Достаем ручку и продолжаем дальше вот так вот прокручивать, и тогда будет наша трубка становиться потоньше до того диаметра, который нам необходим. Это у нас будет нижняя часть, поэтому вот эту немножко сплюснули и вставляем дуло. Делаем еще раз то же самое. Достаем ручку. Смотрим, чтобы два дула были одинаковых. Так вот приделываем, чтобы у нас не было видно этой бумаги. Она потом закроется. Это дуло надо вытолкнуть до конца, чтобы оно отсюда появилось. Вот, есть. Вот оно. Центр.
Вставляем в это отверстие приклад. Есть. И потихоньку теперь толкаем и это дуло вытягиваем назад, вперед. Отлично. Второе дуло втягиваем на вот эту длину, заталкиваем. Вот эти точки у нас были найдены. Чтобы не запутаться, я их обозначу, потому что они нам сейчас не нужны. Нам нужно повернуть лист на этот угол. Находим точку. Этот угол на этот угол. Этот угол сюда, этот сюда. Находим точки. Эту линию наверх. Раскроем. Обозначим линию. Эту линию к центру. Раскрываем. Берем наше ружье, обматываем. Будем делать кольцо. Снимаем. Прижимаю. Находим более короткую сторону, придерживаем и потихоньку так вот заталкиваем. Линии должны стать на свои места. Есть, подравниваем. Еще один раз заталкиваем со стороны, где вот мы втолкнули. Еще один раз. Подравниваем, чтобы бумага здесь внутри легла, расправилась.
Отлично. И теперь последний раз заталкиваем с этой стороны, вот где у нас край. Одно колечко готово, надеваем его на два дула наших. Со стороны, чтобы не задиралась бумага, вот где у нас вот это заложено, это у нас наружу, а сюда мы просовываем. Делаем еще одно точно такое же кольцо. Вот так вот отрезаем. Из этого куска делаем то же самое еще раз. Эту линию наверх. Эту линию к центру. Это у нас будет первая начинаться, загибать будем ее. Раскрываем, обматываем, делаем сейчас чуть-чуть посвободнее. Вот это мы обозначили, мы первую загибаем, она полосочка это у нас меньше чуть-чуть по высоте, и мы с нее начнем. И теперь с этой стороны последнюю линию заталкиваем.
этот угол на этот угол. Этот угол сюда. И нам нужна только вот эта часть. Вот эту линию мы закладываем наверх. Эту линию к центру. Чуть-чуть я не дохожу. И закручиваем. Вставляем в эту часть. Вот таким образом. Загибаем. Пропускаем еще разочек под низом. И вот этот краешек отрезаем. Отлично. И теперь надеваем это кольцо на дуло. Вот у нас это кольцо. И сверху надеваем, чтобы вот эта штука, что мы сделали, была сверху. Это у нас будет мушка. И смотрим, у нас же что же идет по шерсти все. Подравним, что было наверху. Вот такая мушка получилась. По этой линии загибаем. Эту линию сюда. Раскроем. Эту линию сюда. Еще раз пополам. Эту линию сюда. Эту линию к центру. Давайте с этой начнем, где у нас раздвоено, чтобы не топорщилась, не смещалась бумага. Сюда, это сюда, вот эту линию сюда, складываем пополам. Закруглим немножко кончик.
Наводим последние штрихи. Для этого мы вот эту треугольник опускаем вниз через одну сторону, чтобы прижать вот этот приклад, чтобы он не выходил. Вот так вот опустим вниз. Берем еще произвольный кусок бумаги, скручиваем в трубочку, тоже произвольно, тут точности никакой не надо. И вставляем эту трубочку вот сюда снизу. Есть. Затем эту штуку сдвигаем полностью. Отлично. Подравниваем для курка. Вставляем эту штуку. Толкаем, и здесь сейчас она проскочит, и тут будет хорошо держаться и не будет соскакивать. Отлично. Немножко можно прижать. И вот эту полочку подровняем, чтобы она была более такая квадратная. И у нас получилось такое ружье. Двухстволка, вертикалка. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока! В следующем сделаем меч Майнкрафт, алмазный.